А щоб твоя, так було, щоб ви... Моя, хороша, пісенку мою. Я поет той пісенке, везде тебя найду. Небосвод, луна, мети, дыханье затаи. Пусть застрянет в памяти грустный мой мотив. Пусть застрянет в памяти грустный мой мотив. Любимая, эту песню утра, грусть необъяснимая шепчет нам пора. Грусть необъяснимая шепчет нам пора. Тебя найду я по этой песенке, везде тебя найду. Очень хорошая песня. А что рассказать про эту историю песни? Такая светлая песня, написана в тюремной камере. Боже. Не верится, что такую песню в тюремной камере. Это ты ее написал в тюремной камере? Я написал ее в тюремной камере. А что, вы были в тюремной камере? Да. Боже. Вот. За что? Музыка, правда, дура, честно сказать, не моя. Но душой он был не там. Сидел со мной вместе песня. Эдуард Хмаладзе, грузинский композитор. Вот. Значит, он мне подсказал эту мелодию, а я уже на эту мелодию написал песню. Это вы в Ленинграде были в тюрьме? Я был в этом, в Выборге сидел. А долго? Пару лет. Еще себе. Пару лет. Светлая мелодия, может и текст родиться в мрачной такой обстановке. Это часто бывает у других. А гитара была с собой? Гитара была, да. Вадик, а ты фортепианщиком был? Да нет, глупости такой не знаю. Я занимался только музыкой. Меня наказывали за музыку. Меня заказывали нам за музыку. С криминалом не имеет ничего общего.